Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот когда я начала говорить про то, что пора уже делать вот такие первые ранние посевы в теплице, многие спрашивают, как же делать, какие посевы, когда ночью у нас еще минус, и что же здесь будет расти. Я сейчас хочу вам объяснить, как узнать, например, можно ли уже приступать к посевам и... Ну, как действительно сеять в такой холодный, как период? Вот смотрите, у меня один верный признак. Я захожу в теплицу и узнаю, пора ли сеять по сорнякам. Если трава сорняков уже выросла в теплице, значит, мы тоже смело можем прийти сеять. Вот я пришла сейчас посмотреть марку обогревателя, но, к сожалению, у меня дверь тут вмерзла. Я зайти туда не могу, но я уже вижу, что если вот, например, отколотить вот этот лед, то вполне можно сеять. Потому что если мы внимательно присмотримся, видите, вон маленькие зелененькие, тут уже выросли сидираты. Вон там он у меня, я не знаю, видно вам или нет, но я прекрасно вижу, вон там мхом взошла трава, потому что здесь было осенью много сорняков. Между пупырчатой пленкой и поликарбонатом у меня росла там и лебеда, и все, и вот она осыпалась. И, а вот он, кстати, вот видите, красный маленький сорняк, прям мхом покрыт. И тут же у меня вот эта вот горчица, такая вот, видите, у нее листики, как у редиски. Короче, вся, а что далеко ходить? Вот они, сорняки, вот они. Вся теплица полностью засеяна травой, уже вся она взошла и прекрасно растет. Это значит... Уже наступил период, когда мы тоже можем прийти сюда посеять и укроп, и посадить и редиску, и салат. Салат же он холодостойкий. И если вот некоторые люди говорят, кто ни разу еще не сеял, начинающие, говорят, ну как можно сеять, будет минус. Вы поймите, они семена раньше времени, пока комфортные условия для их прорастания не будут, они не вылезут из земли. Вот сейчас вы... Взрыхлите какой-то уголочек, например, рассыпите там салат, ну что там, я не знаю, петрушку, укроп, хоть что. Закроете грунтом и закроете пленочкой. Вот смотрите, грунт у меня весь влажный, мне даже воды сюда не надо носить, потому что таял снег оттуда, все сюда пришло, я прям вижу, что влажная, мокрая такая земля. Закрыть пленочкой, тут не нужен полив, тут не нужно ничего, и все. Она будет пропариваться, вот эта земля. Семена пока набухнут, пока там они проклюнутся, и к этому времени уже наступит период, вот, например, у нас салат всходит при 3 градусах, при 2, 3, 5, и вот когда будет ночью здесь 2-3 градуса, он у нас вылезет. Конечно, он не завтра взойдет, может быть, через неделю, может быть, через 10 дней, но дело в том, что это будет все равно раньше, чем вы дождетесь, когда будет температура приемлемая, вот по вашим... ощущением, и придете посеете, они же еще долго будут лежать, набухать, особенно укроп, он очень долго всходит, у него вот эти семена, они туго всхожие, так что сеять можно уже сейчас. Вот я живу в сибирском регионе, вот я вам показала, если трава прекрасно растет в теплице, значит, здесь может расти и лук, и укроп, и салат, и редиска. Конечно, они взойдут в свое время, не прямо сейчас, но дней через 10 все взойдет, и уже к концу марта, к началу апреля, возможно, здесь будут... Но салат-то точно мороза не боится, ни салат, ни лук, это уже проверено. Я тоже... Мне вот надо только дождаться, когда оттает дверь, я приду и буду сеять. Все, это о ранних посевах.